Конкурсная комиссия обладминистрации определилась с процедурой проведения тендера на автобусные маршруты в Запорожской области. Открывать конверты с предложениями участников намерены в два этапа, и на каждом будут присутствовать все члены комиссии, а не один ее представитель. Это, говорят организаторы, делается для того, чтобы никто не заподозрил их в нечестной игре. В нынешнем году власти предлагают перевозчикам более полусотни направлений, и прием документов заканчивается уже завтра. Но наша самая главная задача – провести конкурс честно, открыто и доступно для всех тех, кто участвует в конкурсе. Поэтому на любое заседание конкурсной комиссии, заявляют представители власти, могут прийти все желающие, от самих автоперевозчиков до прессы. Сегодняшнее первое на повестке, по сути, один вопрос – процедура проведения тендера на маршруты в области. Их предлагается 56. Мы принимаем документы на конкурс у кандидатов до 12.06. Следующей нашей деятельностью будет это вскрытие конвертов. Их фирмы-автоперевозчики предоставляют два. В одном бумаге о самой компании, в другом заявление на конкретный маршрут. Вскрытие первого конверта намечено на пятницу 13 июня. Затем члены конкурсной комиссии должны будут объехать всех претендентов, убедиться в полноценности предприятий. Второй конверт после долгих споров было решено открывать на заключительном заседании комиссии 2 июля.